Пустоглавая заценит, что мы воротим. Искрометен стиль от центра до подворотен. Все качаются давно на автопилоте. Не найти на улице тяжелей наркотик. Ае, барабаны из космоса. Барабаны из космоса. Давно на автопилоте. Не найти на улице тяжелей наркотик. Но наш лодка потонет. Танцуем в рубке тектоник. В одной ладони трубка, в другой тип троник. Мы любим приключения больше, чем электроник. Нам счастье в лапы упадет, попробуй удержать. С довольным видом удержав, плюхнуться в лежак. Отойди, не мешай, я пиздато лежал. Нас ждут великие дела, переодень пиджак. У тебя стиль собачки, у нас режим ежа. Мишка камер в здании, чудеса на виражах. Заряжаю на бит, этот куплет хлесткий. 90-х, Кашпировский, кеды на звезды и гнезда. Пропитались этим ветками, машут березы. Волосы зебры белесые, жадно нюхает пес. Вынь голову из жопы, я тебе хит принес. Каждый авторизован и занесен в реестр. Вместо Тиеста, Шопен и грустный оркестр. Наклейки на твоем авто кричат: ты опездал. Если ты это клеил трезвый. Золотоглавая заценит, что мы воротим. Искрометен стиль от центра до подворотен. Все качаются давно на автопилоте. Не найти на улице тяжелей наркотик. Золотоглавая заценит, что мы воротим. Искрометен стиль от центра до подворотен. Все качаются давно на автопилоте. Не найти на улице тяжелей наркотик. Ну, сейчас мы находимся на студии 44 Pro. Я звонил из этому чуваку. Говорил, я еду, короче. Он такой: не приезжай, времени нету. Короче, я приезжал, записывал. И там в той комнате. Ну, естественно, уже с готовыми, короче, куплетами, все в телефоне. Потому что я на студии не пишу, не могу, короче, почему-то. Вообще на студии самая главная вещь — это большой кожаный диван. На рэперской студии он должен быть по-любому. Если вы открываете рэперскую студию, надо начать с большого кожаного дивана. Плюс мне нравится, что в ближайшие нету какого-то вот этого бардака, куча непонятных людей. У меня скоро карточка будет, наверное, какая-то золотая. Ну да, да, да. Ну вот так вот. Воткни в телефон, типа, ты пишешь текст, сидишь. А просто одень, типа... телефон, сидишь, что-то там, типа... Сидишь, надрачиваешь. Проблема, короче, с блокнотом. Да ладно, я в телефоне сижу. 21 век. Да, да. Если бы я рэп писал, я бы блокнот только писал. Да, кстати, так кажется. Раньше блокнот писал, а потом...